Друзья, всем приветствую! Меня зовут Георгиев Павел, вы на канале Георгиев Travel. А в этом видео я хотел рассказать, что у нас появляется новый герой. В этих видео не только буду теперь рассказывать я, как многие в отзывах и в комментариях мне говорят, почему на канале Георгиев Travel, кто рассказывает о семейных путешествиях, появляется только этот бородатый дядьки. Где же многодетная мама вашей семьи? А встречайте, сейчас вам расскажет топ рейтинга отелей на острове Хайнань моя жена Надежда Георгиева. Привет, я Надежда Георгиева, компания Георгиев Travel. И в этом видео я расскажу вам, какие отели я, многодетная мама, рекомендую для путешествия с детьми на остров Хайнань. Сейчас я расскажу вам про отели, которые находятся в бухте Санья-Бэй. Топ моего рейтинга в бухте Санья-Бэй – это отель Пулман, он находится на первой линии. Второй отель, который я бы порекомендовала, это отель Виндхэм. Он находится на второй линии, но он очень хорош тем, что на территории все для семейного отдыха. Третий отель – это отель Four Points by Sheraton. У него небольшая территория, но он находится в самом центре города Санья. Еще один замечательный отель, который находится в бухте Санья, это отель Mangrove 3. У него огромнейшая территория, на территории есть аквапарк и еще много-много разных развлечений. Хоть он и находится не на первой линии, но из этого отеля ходит бесплатный автобус до бухты Яланбэй, премиальной бухты. Плавно двигаясь в бухту до Дунхай, я бы хотела сказать про отель Century Grand. Отель Century Grand находится между Дадунхаем и Санья, и поэтому здесь будет очень удобно днем ходить на пляж, а вечером отдыхать в городе. Переходим к бухте Дадунхай. Здесь топ моего рейтинга занимает отель Harmon. Он находится на первой линии, и с него открывается замечательный вид на всю бухту Дадунхай. Следующий отель, который я бы порекомендовала, это отель Marriott. И рядом с ним отель Autograph Collection. А теперь переходим к отелям, которые находятся на второй линии. Это отели 3 и 4 звезды. Из отелей 3-4 звезд я выбрала бы отель Юхуа Юань 4 звезды. Следующий отель это Баа Хонг 4 звезды. На сегодняшний момент отель Гавайи и Джентл Гроу получили статус отелей 4 звезд, поэтому я их тоже рекомендую. Трехзвездочные отели в этой бухте, которые я могу порекомендовать, это отели Sea Rainbow и Linda Sea View. Сейчас мы переходим в бухту Яланбэй. Лучшие отели, на мой взгляд, в бухте Яланбэй – это отели Huaview Resort, Palace, Horizon и MGM. Завершаю топ рейтинга отелей отелем Le Meridian в бухте Шимэйбэй и отелем Four Points by Sheraton на полуострове Шэньчжоу. Особо хочу отметить отели Le Meridian, Four Points by Sheraton и отель Harmon. Только в них присутствует русскоязычная анимация для взрослых и детей. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, ждите нового. С вами была Надежда Георгиева, Георгиев Travel. Ссылки на все отели будут ниже под видео. Также вы можете писать мне напрямую в WhatsApp, который тоже будет указан там. А в следующем видео я расскажу, как выгодно купить тур на школьные каникулы и Новый год. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Надежда Георгиева, многодетная мама. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Oh, I'm sorry, bro.